30 августа. Посевная пшеница в самом разгаре. В этом году за последние, скажем, лет 5 не выпало ни одного дождя продуктивного за 2 месяца. Вот то, что в парах осталось с конца весны, начала лета, там кое-какие дождики были. Вот сейчас сеем пшеницу на хорошие мощные всходы, конечно, не рассчитываем. Хорошие всходы не рассчитываем. В принципе, особого желания сеять как бы не было. Все-таки это решились. Пшеница, сорт также Донера. Сеем большой нормы высева. 230 килограмм. Это примерно плюс-минус 5,7 миллиона. Такая норма высева, потому что условия очень далеки от оптимальных. Как по влаге, так и по глубине заделки сеем максимально, скажем, глубоко, там 8 сантиметров, 9. Трактор Белорус 1221 и сеялка Ника 6 украинская Велес Агро. Скорость движения небольшая, 7,5 км в час примерно. Небольшая, потому что сошняки начинают прыгать от того, что местами слишком твердая почва. Вот, поэтому если мы разгонимся быстрее, качество посева еще отодвинется от оптимального. Местами влага прям замечательная. Вот сошник вывернул влагу. Просто отличная. Местами пограничная влага. То ли она влажная, то ли она сухая. Повторюсь, за последние 5 лет это первое такое лето, когда нет вообще никакого продуктивного дождя. Обычно у нас в июле выпадают осадки, пусть там какие-то 15 миллиметров. Опять же, это один дождь за все лето, но он ежегодно, скажем, присутствует. Не знаю, что здесь зайдет, как это будет выглядеть. Хорошая влага местами, но не везде.
но не везде. Если все нормально, сеять еще нам 2 смены. Сеем в основном за смену 30-35 гектар, когда все более, ну, более гладко идет. Бывает, что там подшипничек какой-нибудь на сушняке развалится. Еще какая-нибудь мелочевка. Это у нас, значит, пары, предшественник, подсолнечник, само собой. Так. Ну что, будем ждать сходы. Надеюсь, будет что заснять, показать.